Светлана Романова много лет помогает четвероногим питомцам, консультирует хозяев животных, доставляет зоотовары, выгуливает собак. Волонтер принимает участие в различных проектах и конкурсах. Там не только черпает энергию, но и получает гранты. На областном конкурсе «Меняющий мир» в номинации «Рожденные помогать» Светлана вышла в финал. Мне вообще интересно находиться на этом конкурсе, потому что, во-первых, я вижу и себя, опять же, наматываю на ус идеи разные. Вот, которые можно здесь реализовать. Потом, опять же, встреча с единомышленниками тоже, опять же, приятно. Ну, и есть небольшой, у меня больше идет стимул к тому, что в следующем году мы можем поучаствовать, да, и мы можем поучаствовать не в одной номинации, к примеру, а в нескольких. Конкурс «Меняющий мир» проходит с 2019 года. Его цель – сформировать и развить культуру добровольческой деятельности в Нижегородской области. В этом году в нем приняло участие более 160 человек. Проектов было много. Я знаю, что из города тоже несколько людей подавали на этот конкурс заявки, а вышли мы одни. Поэтому, конечно, очень приятно. Правда, в том году мы тоже в финал, но, надеюсь, на следующий год авось и победим. В 2020 году Светлана Романова создала свой волонтерский кинологический отряд. Добровольцы помогают людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Выгуливают собак, организовывают сборы денег и обеспечивают собак необходимыми средствами. Волонтер кинологического отряда Анастасия Белякова в декабре стала победителем городского конкурса «Доброволец-2021». Там девушка рассказала о своих достижениях и успехах в добровольчестве. Приютом помощь, например, вот помощь пушистикам. То есть собираем мы игрушки кошкам, помощь собакам, допустим, вот приютами ездим, помогаем. Ну и все в таком духе. Если вы хотите стать волонтером и помогать питомцам, то вас ждут в службе помощи четвероногим. Улица Силкина, 10А, здание ОБЦ, клуб здоровья. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8-991-452-32-72. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.